Бархатный сезон в Одесской опере стартовал 22 августа. Балеты, оперы и концерты уже успели порадовать любителей музыки. Впереди еще несколько фестивальных событий. Наше следующее очень большое событие фестиваля. Это, вы знаете, кроме того, что мы показываем свои лучшие работы, мы всегда зовем на фестивале наших самых дорогих гостей, наших друзей. Мы очень давно хотим и хотели придумать что-то такое, что объединяет нас. Поэтому это предложение выступить в фестивале – это такой первый, так сказать, шаг совместного творчества. Большой концерт Национального одесского филармонического оркестра под руководством Хобарта Эрла получил название «Украинская Одиссея». Программа подобрана таким образом, чтобы через музыку показать историю нашего города и страны, объясняет дирижер. И особое внимание обращает на произведения украинских композиторов. Мы будем играть одну очень редкую украинскую вещь. Это один из тех фрагментов к совсем неизвестный балет «Тарас Бульба», который писал Райнхард Глиер. Он писал его в конце жизни, 1955 года. Она никогда не была исполнена. И совсем случайно мне привезли партитура, 94-й год. Вот, маэстро, что мы нашли, суита, 9 номеров. Где вы это нашли? В программу включены произведения и других украинских мастеров. Николая Лысенко, Евгения Адамцевича и Мирослава Скорика. Маэстро Хобарт Эрл не забывает и об истории Одессы. Ведь основал ее француз, а строили итальянцы. Наш город, город, который всегда был открыт, потому что портовый, открыт к мир, к другими национальностями. То есть Испания, Италия, Франция, Греция. Да. Вот все эти национальности присутствуют в нашей программе. Завершится концерт бессмертной классикой, фрагментами из «Спартака» Хачатуряна и «Лебединого озера» Чайковского. Филигранное исполнение великих произведений в стенах знаменитого Одесского оперного театра не оставит слушателей равнодушными, уверены организаторы концерта. Мы все работаем на благо искусства, на благо развития музыкального искусства нашего города и воплощаем эти идеи в разных жанрах, но при этом остаемся верными тому, что искусство – это главное, что есть в нашей жизни, и мы должны все это сделать так, чтобы максимально служить людям. Концерт «Украинская Одиссея» состоится в Одесском национальном театре оперы и балета в воскресенье 5 сентября. Музыканты с нетерпением ждут встречи с одесситами и гостями города.